Еще в детстве, первый раз очутившись в буше, Чарли почувствовал странную вибрацию. Тогда он не понял, что это было. Однако через много лет он вернулся в буш. Вернулся навсегда. Главная вещь, которую вы почувствуете в буше, это бесконечное пространство. Просто оно без конца. Ощущение космоса, которого нет границ. Он потерял руку, но сделал в жизни столько, что не под силу многим. Сначала он строил плотины и каналы, а потом стал строить мосты между цивилизациями. Он сделал уникальный инструмент австралийских аборигенов диджериду, известным по всему миру. Он записывал альбомы, позволяющие услышать настоящее сердце Австралии. Делал музыку для кино, саундтрек культовому фильму 80-х «Mad Max 3» — дело его рук. Точнее, рук и голоса, ведь на диджериду играют с помощью голоса. Но об этом позже. Он охотится с аборигенами и разъезжает по всему свету. Иногда его называют прототипом героя популярных фильмов про крокодила Данди. Но у него на этот счет свое мнение. Он просто играет на камеру, это не настоящий. Итак, охотник, композитор, продюсер, неунывающий бушман с обезоруживающей улыбкой. Да много кто еще. Все это один человек. Чарли МакМахан.